11 жителей Актобе и 2 не пополнили ряды террористов Сирии. Спецслужбы региона задержали их буквально по пути в зону военного конфликта. Экстремисты готовили свой план отъезда и не подозревали, что находятся под наблюдением у спецслужб. Несколько месяцев сотрудники Комитета национальной безопасности следили за ними. Мужчины в возрасте от 25 до 40 лет готовились оставить свои семьи ради чужой войны. Сейчас все задержанные находятся в изоляторе. Между тем, прокуроры поспешили опровергнуть слухи, которые стали расходиться вокруг этого дела. Ранее в прессе появилась информация о том, что среди задержанных были женщины и дети. Единственное, то, что пошла информация о том, что там какие-то подробности пошли, этого мы подтвердить не можем. На сегодняшний день 20 человек не находятся под следствием, 11 человек задержаны, по ним работают.